Всем привет! Вы на канале CryptoEra, и сегодня у нас на повестке дня проект MetaTrace. Вы готовы погрузиться в мир, где реальность переплетается с игровой вселенной? Если готовы, то давайте начнем наше погружение в MetaTrace. MetaTrace – это игра, где можно не только играть, но и зарабатывать. А самое главное, можно начинать без вложений. Она строится на карте реального мира. Над игрой работает международная команда из более чем 50 человек, опытных в создании мобильных игр и искусственного интеллекта. Игра на блокчейне Polygon строится на уникальной галлокционной платформе Metaphora, над которой трудились 4 года. MetaTrace хочет соединить Web2 и Web3, чтобы бренды могли легче достучаться до новой аудитории. Главная цель проекта заключается в вдохновении и поощрении миллионов людей к более активному общению с реальным миром и занятиям физической активностью ежедневно. Но это еще не все. Вы также сможете приобрести собственный NFT-автомобиль и отправиться в путешествие, зарабатывая токены по мере перемещения по цифровому ландшафту различными видами транспорта. То есть, смотрите, вам не обязательно иметь в реальном мире автомобиль, да, вы можете также ездить на общественном транспорте и фармить токены. Криптопитомцы MetaTrace – это еще один захватывающий и веселый аспект. Вдохновленные коллекциями NFT, блокчейнами, криптовалютами, трендами, популярными личностями или даже мемами, эти существа добавляют новое направление взаимодействия. У проекта есть два токена. Это токен TRC, основной токен, используется в экосистеме MetaTrace для совершения транзакций и взаимодействия. Также есть токен ASA, это утилитарный токен, предназначенный для заработка в игре и покупок. Токен TRC уже залистили на таких биржах, как MEX, BitMart, BingX, BitGate, Uniswap и QuickSwap. Также проект планирует листиться на топ-1 бирже. Объем торгов TRC на MEX за первые сутки составил более 1 миллиона долларов. Цена TRC выросла на 518% с начала торгов, от 15 центов до 97 центов. Еще у MetaTrace есть направление EcoTrace. Они активно развивают экологичные направления, сотрудничая с One Tree Planted для всемирной посадки лесов. Также они проводили уборку пляжей на Бали, осуществляли посадку деревьев на Кипре, принимали участие в бразильском карнавале и индийском фестивале Холи. Также они сотрудничают с 3 известными гоночными клубами в Бразилии. Это партнерство дает шанс работать рядом с опытными гонщиками и использовать их знания, чтобы поднимать бизнес на новый уровень. Они уверены, что эта команда не только поможет им, но и принесет свой вклад в развитие гоночной индустрии. Также MetaTrace запустил свою собственную платформу для квестов, на которой участники могут выполнять различные задания и получать специальные гемы в качестве награды. Эти гемы можно обменять на ценные призы от проекта, токены ASA и TRC, NFT-автомобили и NFT-питомцы. Если вы следили за моим каналом, то уже знакомы с этими квестами. Третий сезон квеста уже стартовал, и это отличная возможность присоединиться, выполнить задания и получить различные призы. Проект MetaTrace привлек внимание известных журналов, таких как Forbes, Vogue, National Geography. О проекте уже были написаны статьи в этих журналах. Среди партнеров MetaTrace есть такие проекты, как Polygon, Polygon Labs, Lbank, Exmo, Alchemy, MoonPay и другие. Можете весь список посмотреть на экране. Также у проекта есть дорожная карта. Вы можете посмотреть на экране, просмотреть, какие уже аспекты были закрыты и какие в дальнейшем они планируют закрыть. Ну и, конечно, про соцсети. На их Twitter подписано 84 тысячи человек, также на один из телеграм-каналов 84 тысячи, на Ru телеграм-канал 37 тысяч и на Discord подписано 20 тысяч человек. Надеюсь, данное видео было вам полезно, вы узнали о проекте, ставьте лайки, пишите комментарии, также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Ну и, конечно, не забывайте, что инвестиции в криптовалюту – это всегда риски. Поэтому проводите свое собственное исследование, изучайте проект, прежде чем инвестировать в него.